Всем привет! Главное, что ищут многие в портативной колонке, это, конечно же, хороший звук. Он должен быть глубоким и объемным, с хорошей громкостью и детализацией. Это Bluetooth-колонка от финского бренда Sven, серия PS360. В ней есть все необходимые функции для душевного времяпровождения с любимой музыкой в кругу друзей, в путешествии или просто на даче. На оборотной стороне коробки указаны основные технические характеристики. Выходная мощность по RMS составляет 24 Вт, установлено 2 динамика по 12 Вт, диаметр динамика 80 мм. Частотный диапазон от 60 до 20 тысяч Гц. Установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Размеры колонки 360 на 184 на 135. Вес 1,9 кг. Корпус выполнен по стандарту пыли и влагозащиты IPX5. Имеется функция TWS, это True Wireless Stereo, благодаря которой можно объединить в единый стереоканал две аналогичные системы. Есть удобный FM-тюнер, а также разъем для подключения микрофона, чтобы исполнять свои любимые песни в караоке. В комплектации есть ремешок для переноски, с ним можно повесить колонку на плечо. Для подзарядки колонки используется кабель стандарта Type-C, есть кабель AUX, а также инструкция по эксплуатации, она выполнена на русском языке, в ней более подробно указано, как активировать тот или иной режим. Есть гарантийный талон и очень краткая брошюра со всевозможными схемами подключения данной колонки. С лицевой стороны колонка выглядит очень симпатично. Здесь расположены два динамика, а также красивая RGB-подсветка. Есть несколько режимов, можно настроить под себя, либо вовсе данную подсветку выключить. Динамики защищены сеткой с фирменным логотипом Sven. Для более качественного и объемного звучания по бокам колонки расположены два пассивных излучателя. Сверху расположена ручка, основание прорезинено, чтобы колонка не выскальзывала из рук. Есть также проушины для крепления ремешка для переноски. Есть четырехступенчатый индикатор заряда, а также пыли и влагозащищенные кнопки управления колонкой. Для устойчивости на основании расположены две противоскользящие ножки. Задняя сторона выполнена в таком тактильно приятном фактурном стиле. Под защищенной резиновой накладкой располагаются основные разъемы для подключения микрофона для караоке, USB, AUX, питающий провод Type-C, и есть кнопка сброса. Для того, чтобы добиться более уверенного приема FM-тюнера, необходимо взять либо питающий провод, либо AUX и подключить соответствующий разъем. Они, по сути, будут служить антенной. Включается тюнер нажатием клавиш Mode, пока мы не услышим характерное звучание. Для автоматического поиска станции необходимо зажать на несколько секунд кнопку Play. После завершения автоматического поиска всех доступных станций, переключать их можно клавишами плюс и минус. Тюнер нашел все основные станции, они все работают без помех. Длина тоннеля Femern-Belt составит почти 18 километров, а его самая глубокая точка будет находиться на 40 метров ниже уровня моря. Подводя итог, по звучанию отметил бы насыщенные басы, почти не уступающие более дорогим моделям, а также довольно-таки чистые верхние частоты. Причем даже на максимальной громкости колонка звучит вполне прилично. Стоит рассматривать данную модель не как вариант для проведения каких-то грандиозных вечеринок, а это больше такой мобильный вариант для проведения пикников в приятной компании друзей, но любителям просто хорошего атмосферного звука точно понравится. Напишите в комментариях, как вам эта колонка, ну а на сегодня это все. До новых встреч. Пока.